Алло. Алло, здравствуйте. Это магазин. Я у вас сковородку недавно покупал. Вот я ее поцарапал случайно. Есть ли у вас еще одна такая? Я бы... Как закончились? Я... Гребаные скидки. Что же делать? Что делать? Она же меня убьет. Ну, это же... Это же это... Что делать? Она идет. Дорогая, дорогая, пожалуйста, я тебе куплю все, что угодно. Платье, шубу. Ну только не убивай меня, пожалуйста. Я... Да мне, в принципе, и бутылочки пивка хватит. Саня, ты... Здоров, сосед. О, здоров, я тебе так рад видеть. А что это ты в кухонном обмундировании? Сань, случилось непоправимое. Что? Серьезно? Ну, красава! Ну, наконец-то ты своей горгоне изменил! Ах, молодец! Что, загнал свою таврию в чужой гаражик, да? Засунул сверлышко в чужую дрельку, а? Саня, что ты говоришь такое? Нет, конечно. Я просто поцарапал ее сковородку. А это... Жека, слушай, а помнишь, у тебя спиннинг был такой японский, хороший? На день рождения тебя дарили. Саня, при чем тут спиннинг? Я говорю, я сковородку поцарапал. Да я слышу, слышу. Просто она этой сковородкой тебя убьет, а не дай бог еще спиннинг поломает. Да шучу я. Вот у тебя лицо было, ну кошмар. Ну и шутки у тебя. Сань, слушай, а ты царапал сковородки, а? Жека, я 3 раза женат. Чего? Я 2 раза в сковородке царапал. Ты хочешь сказать, что жена может из-за сковородки на развод подать? Ну, если ты из комы выйдешь, то, в принципе, может. Да. Ты что, в коме был? Я ж тебе говорю, я 2 раза в сковородке царапал. Я 2 раза в коме был. Ну, ладно, давай, глянем. Что там у тебя со сковородкой? Она хоть застрахована? Нет. А ты? Я тоже нет. Что ты делаешь? Не хочу оставлять свои отпечатки на орудие убийства. Слушай, ну хорошая такая сковородка, увесистая. Саня, при чем здесь это? Ну как при чем? Она же именно ей тебя убивать будет. Ну что-то... Слушай, подожди. А давай сделаем так. Так? Значит, заходит твоя любимая, ага. Ты сразу с порога ей говоришь: «Дорогая, я тебя изменил». Зачем? А у тебя сковородка по башке, ляп! И там уже типа она поцарапала. Саня, ну посмотри, можно исправить тут или нет? Но тут не заполируешь-то особо. Слушай, а у тебя чистый костюм есть? Есть, а зачем? Одевай. Я понял. Типа она заходит, я в костюме, говорю: «Дорогая, идем в ресторан», и там она меня прощает, да? Мы все пойдем в ресторан. Кроме тебя. А потом сходим на 9 дней, на 40. Саня, ну чего ты меня пугаешь? Мне и так страшно. Ладно, в детстве маму боялся. Это нормально. Ну а что я жену собственную бояться буду, а? Мне 37 лет, в конце концов! Вот и Пушкину твоему любимому было 37, когда он крякнул. Саня, я... Слушай, я придумал. А что, если я ее просто выкину, и мы инсценируем ограбление? Во! А? Молодец! Вот голова! Вот что значит 2 высших образования! Вот! На, выкидывай сковородку, а я, значит, украду спиннинг. Ну а как ты думаешь, они что там, все тупые, что ли? Типа пришли грабители и украли только сковородку. Согласен. Плохая идея. Ну думай, Саня, думай. Надо квартиру сжечь. Чего? Ну или посмотреть в интернете, кто что делает, когда такая ситуация. Блин, точно, интернет. Так. Поцарапал сковородку. Что делать? Так, что пишут? Первые 5... Ссылок на гранитные памятники. Я тебе говорил, ну.
Короче, Жека, я тут за диваном, держись только. Главное. Дорогая, я тебе куплю все, что угодно, только не убивай меня. Ну, в принципе, PlayStation'а будет достаточно. Лёшка, ты... Пап, а чё ты так странно одет? Ты что, опять маминым шампунем полы помыл? Хуже, сыночка. Я поцарапал мамину сковородку. Yes! Чего ты радуешься? Теперь можно домашку и не делать. Чего это? Мама тебя весь вечер убивать будет. Ладно, пап, давай, я в футбол играть. Да, иди, солнышко. Лучше тебе этого не видеть. Вот и ошибочка. Вот зря ты его отпустил. Чё? Это был твой последний шанс. Вот я это. Понял. Можно было все на малого свалить, да? Не, при малом бы она тебя не так сильно убивала. Саня, ну что делать? Слушай, а давай... порепетируем. Ну, типа, ты приходишь, а я вот тут вот муж. О, давай, короче, я типа Маруська твоя, да? Сейчас вот, да. Да перестань ты. Ну, ладно, давай. Саня, давай. Так. Женя! Я дома! Саша, моя жена так не разговаривает. Ты когда-нибудь до этого сковородки царапал? Нет. Вот она с тобой всю жизнь так разговаривать будет. Давай еще раз. Давай. Женя! Я дома! Солнышко! Я тебя люблю! Ты что? Поцарапал мою сковородку? Да я тебя сейчас пору! Я понял. Переволновался, да? Ну, конечно, облажался сразу. Еще разок, давай, Сань. Давай. Женя! Я дома! А, дорогая, смотри, какой костюм. Идем сразу в ресторан. Ты что, поцарапал мою сковородку? Да я тебя сейчас порву. Саня, так нечестно. Ты просто знаешь, что я ее поцарапал. Жека, это бабы. У них телепатическая связь со сковородками. Она уже наверняка знает, что ты ее поцарапал. Так что мне делать? Ну, что тогда? Я не знаю, но есть, конечно, один способ. Ну? У меня так с третьим браком проканало. Давай. Значит, смотри. Давай. Как только она приходит, так. Ты сразу же с порога здесь снимаешь штаны. Говоришь, я тебя хочу, целуешь ее. Вот так, понял? Так. Потом берешь ее на руки. Вот так несешь ее. Кладешь на диван так ее... И так нежно начинаешь шейку целовать, понимаешь? Так. Целуешь, а сам ножки сам вот так... И все как бы несчастный случай. Понимаешь? Гений, ну, Саня! Ну, я тебе говорю, пройдет. Она что ли? Так, короче, я здесь за диваном, все. Все. Давай. Я хочу тебя... Я смотрю, зятёк. Ты тут совсем с ума сошёл? Надежда Ивановна, что вы здесь делаете? Погостить к вам приехала. Но не думала, что здесь орудует сексуальный маньяк. Надежда, я не вас хотел так встретить. Я хотел так встретить свою жену. Ты что, поцарапал сковородку? Женя? Мама? Что здесь происходит? Я тебе все объясню. Маруся, не слушай его! Он поцарапал твою сковородку! Прости меня! Я не хотел! Так, подождите, стойте. Ну, поцарапал и поцарапал. Купим новую. Жень.
Ну, правда, какой-то кусок железа. Иди сюда. Серьезно? Солнышко мое, я знала, что ты меня Марусенька, тяжело тут. Маруся, не убивай его до конца, да я его тоже немножечко убью. Саня, спасай! Жека, извини, сейчас каждый сам за себя. Я спиннинг спасаю!
А где же гондольер? Есть тут кто? А ну видите! А ну видите, ведь гондолы ты! Видите, что... Что тебе треба? Вы гондольер. Я тебе зараз тем веслом, як перей... За что? За гондольера! Ну так, если это ваша гондола, значит, вы гондольер. Я, значит, водитель гондоли. А гондольери – то ті поліцейські, які забрали у мене права, я не можу їздити на своїй маршрутці. Извините, сколько стоит покататься на гондоле? За кого голосував? А это тут при чем? Від чого напряму залежить ціна? Ну, скажем так, за того, за кого все в Віннице. Зря. Ото проголосував за іншого, ціна була в два рази дешевше. Почему? Бо то була поїздка в один кінець. Я серйозно, скільки стоїть покататися? 8 гривень. Всего? Тогда нам, пожалуйста, два билетика для меня и моей девушки. А, ну давай, тягни сюди свою девушку. Ага. Будем разом с ней чекати на інших. Извините, на каких інших? Поки повна не набереться, я нікуди не поїду. Гондола отправляється, уже їдем. Гондола! Ну, у вас тут всего два места. Ну і що, у мене в Богдані всего 20 було, а в час пік 68 чоловік. Я, наверное, не так выразился. Я хотел романтическую поездку на двоих. Слухай, ну якщо ти такий Ромео, давай 400 гривень на бочку, і я знімаюсь з маршрута хоч сейчас. Ну, так би сразу і сказали. О, вот, так ти із олігархічних кланів? Так, куди кататися поїдемо? Тільки по Вінниці? Чи можемо кудись в Житомир махнути, чи в Білу Церкву? Подождите, насколько я помню, в этих городах нет речек. Ну и что, дорог там теж немає, але ж автобусы ходят. Нет, только по Вінниці, пожалуйста. Тільки по Вінниці, да. Добре. Тільки я предупреждаю, что до 6 мені треба бути на березі. А что, по ночам страшно плавать? Та чого, у мене ж фонарик в Нокії. То у мене в день це гондола, а вночі це ганделик. А, теперь понятно, чего она такого цвета. Не, то вона жовта, тому що я її скліпав зі своєї маршрутки. Ви зробили гондолу із Богдана? А що, таке в воді не тоне. Ну, тут как бы да. Хорошо, я тогда пойду за своей девушкой, да. И сейчас придем. Давай, Герасим, тащи свою муму. Так. Ой. Сейчас будет сюрприз. Сбудется твоя мечта. Помнишь, ты всегда мечтала покататься на гондоле? Боже мой, неужели мы летим в Венецию? Почти. Мы в Венеции. А, ну все равно хорошо. Ой, как красиво. Гондола, гондольер. Гражданка, следите за выражениями. Он не любит, когда его так называют. Это водитель гондолы. Здравствуйте, водитель гондолы. Усаживайся, пожалуйста. Давай, аккуратненько. А тут у нас второй сюрприз. Оп. О, боже мой! Просека и клубника! Да, все, как ты любишь. А то клубника наша, закарпатская, чи польская, а ну? Фу, не, это польская. Вона ж на пестициждена. На пісті что? То польская мова. Наши там в Польщі її пестициждять и до нас везут. Її не можна їсти, тим більше з вашим просека, ваш просека є за дві секи. Яночка, не слушай, это хорошая клубника наша. Да. Давай выпьем чуть-чуть, давай. Отдать швартове! Вы кому кричали это сейчас? Никому, це традиція на флоті. Давай. Фух, чуть. Вот.
Подождите, вы что, пьете на работе? А что такое? Я ж президент и не собираюсь. Пока. О, кстати, если хотите, 100 гривень бутылочка. А, нет, спасибо, спасибо. У нас есть просека. А, ну, если захочете секать, я бутылочки вот тут поставлю. Если что, мы потерпим. Да. Женька, слушай, ну все-таки тут красиво. Да. А сфоткай меня, пожалуйста. Конечно, сфоткаю. Конечно, я тебя сейчас сфоткаю. Давай. Сделай, как я люблю уток. Да, 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 да. О-о-о-о-о-о-о, убери все губы уточкой, убери. Почему? Убери, потому что у нас уже сезон охоты на птиц открыто. Чтоб, не дай бог, с берега никто не переплутал. Ой, что за чушь вы несете? Давай. Ложись! Греби быстрее! Ты дивы! Я ж сказал сразу! Ё-моё! Ну все, 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 тут не дистанут же они. А, давай, наверное, без фото. Да, давай. Я сразу сказал. Яночка, я не просто так пригласил тебя покататься на гондоле. У меня для тебя есть очень серьезное предложение. Да. А мы не спешим? Что? По швидкости як? Нормально? А, ну, прекрасно плывем. Прекрасно. Да, Женечка, да. Яночка, солнышко, ты каждый день, каждый час, каждую минуточку, каждую секунду делаешь меня счастливым. А сейчас? Что сейчас? Не спешим? Потому что я, честно говоря, уже замахался. Если вы устали, гребите, как вам удобно. Пожалуйста, только не перебивайте меня. А, дайте конечно. С мыслями собраться. Да, конечно, спасибо. Я же все понимаю. Да, Женечка. Яночка. Да. Просто отдышка уже такая, курить надо бросать. Кум бросил, прочитал якусь книжку и бросил. Як же она называется? Аланкар? Не, Маринина, точно, Маринина. Простите, не перебивайте, пожалуйста. Конечно, конечно. Да, о чем я говорил? О том, что делает тебя счастливым. А, точно, точно, да. А что это? Я. А, да, ты, точно, ты. Да. Яночка, да. Мне кажется, что сейчас идеальное место для того, для того, чтобы посмотреть Винницкие фонтаны. Вот, смотрите, какие они красивые. Сейчас они будут спевать. Ну як? Подивились Вінницькі фонтани? Больше, знаете, послушали. А давайте больше без екскурсий. Як скажете? Мені так легше. Женечка, ты что ты хотел сказать, Яночка, зайка? Яночка, я хотел, да. Что я хотел. Я, знаешь, я как вижу тебя, так я понимаю, что я очень сильно хочу. Да. Якщо сильно хочется, можу туда в камыш пристать. Вы пока свое шпилевилі сделаете, а я на березі качечку погоняю. Никакого шпили-вили не намечается. Пожалуйста, просто тихонечко гребите. Да, Женечка. Яна, да. Понимаешь, сейчас, мне кажется, идеальный момент для того, чтобы... сказать... О! Это по бизнесу. Алло. Может, клубничка? Давай клубничка. Алло! 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 Алло, не слышно? Алло, Коля, ты? Коля, 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 алло. Та це ти. Що-то ти не дзвонив давно. Та не говно, а давно. Та не ти говно, а связь говно. Я говно. Та ти сам говно, причому давно. Давай лучше шампанское. Що ти мені вообще дзвониш? Що ти деньги мої тратиш? Что, в Херсон? На Ковуны? Да, конечно! Погнали! Прямо сейчас! Не занят! Все, встречаемся біля балки! О, нет, стоять, у меня клиенты. Ой, сидять тут у меня на ушах, разговаривать мешают. Все, давай, у серпни подзвоню тебе, давай. Вы закончили? Да. Спасибо. Я бачу, у вас тут неловка пауза такая в романтике образовалась. Можу историю пока рассказать.
Оце так само. Рік тому. Пливемо. Я отак закидую удочку. І зразу клюю. Я тягну, чувствую, ну, наверно, кіло на 15. Самяра такий. Витягую, а не дохлий бабьок. Я вас прошу, давайте без ваших історій. Так не, там концовка интересна. Да просто тихонечко половите рыбку, не мешайте нам, пожалуйста. Як скажете. Женечка, продолжай, Зайка. Яночка. Да. Яночка, я долго думал, я понял, что я хочу, чтобы тихо. Ты... Я хочу, чтобы ты стала... Тише, тише. Да что тише, тише, я от счастья хочу кричать. Янка, я хочу, чтобы ты стала моей... Да что ты мне, придурок, рыбу? Я тебя распугал, ну! Да нам пофиг на вашу рыбу, пожалуйста, замолчите и не перебивайте его. Женя, продолжай. Яночка, да? У меня для тебя сюрприз. Давай! Закрой глаза. Ой, закрыла! Закрой, закрой, не подглядывай. Иваныч! Иваныч, что там клюет? Что там, на макуху ты, на кукурузу? А у меня тут предложение делают. Уже кольцо достал. Как же он мне достал? Да закройте вы рот! Да закрой рот, Иваныч! Да я к вам очень обращаюсь. Тебе же обращаются. Гондольер! Водитель гондолы. Я как раз таки гондольер! Почему вы нас постоянно перебиваете? Я уже 4 года жду, пока Женя сделает мне предложение. Да мне 32 года, я замуж хочу! Мои подружки уже все поженились, развелись и поженились. А я еще ни разу в ЗАГСе не была. Я в конце концов детей хочу. А-а-а, мешайте! Не в моих, конечно, правилах влазить в чужие отношения. Но я тебе так скажу, лучше 3 раза подумать. Вы заткнитесь! Ты, Гарри! Согласны? Я согласна! Ой, ой, хорошо. Стоять! Куда сразу целоваться? А запечатлеть исторический момент? А ну, давайте. О, подождите, я видео сейчас включу. О, а давай вот так вот повернись, повернись, повернись. Руки вот так расставь, расставь руки. А ты и за талию возьми, а? Every night in my dreams I see you, I feel you. О, а что это у нас тут за лужа уже, а? Насекали уже, вот кто насекал. Да это не что мы, вы за чушь несете? Да у вас лодка течет. Чёрт, мы с лыцей все ж таки попали. Давай, давай вычерпуй воду, потому что первая брачная ночь у вас сроками будет. Алло, Коля, а мы тонем, Коля. Ну что? Вы догадываетесь, по какому поводу я вас собрал? Боже мой, неужели нам увеличат зарплату? Это не в нашей стране, голубушка. Я поняла. Кажется, новая вспышка кори. И нас закроют на карантин? А вы знаете, нас действительно закроют. Но не на карантин, а навсегда. А что? Опять эти засранцы что-то разлили в кабинете химии? Ну, тогда бы нас не собирали, а эвакуировали бы. Нет, ну подождите. В прошлый раз, когда нас собирали в кабинете химии, там разливали, а потом собирали. Ну да. Ну так, конечно. То же день рождения был. Мы тогда коньяк разливали. Сейчас другой повод. И разливать мы будем карвалол. Мне звонили из министерства, я хочу у вас узнать, а что это у нас за флешмоб? Такой фото в купальнике, а? Так, прекрасный флешмоб! Одну учительницу уволили из-за откровенных фото в интернете. И все учителя стали выставлять свои фотографии в купальниках. Так сказать, весь мир ее поддержал. И вы? И мы. То есть? Без учителей средней школы номер 14 Бородянского района флешмоб бы не состоялся, да? Понимаете, дело в том, что этот флешмоб — это добровольное участие по порыву души. Яна Викторовна, а что же вы не поддержали флешмоб по сбору макулатуры, а?
А флешмоб по уборке листьев в парке? Так тогда холодно было. Она в своем купальнике замерзла. Да, я, кстати, видел ваш купальник. Вы знаете, можно было бы и поскромнее. Можно было бы сдельный надеть. Что это у вас за две веревочки на фото? Это бикини. Да, пусть видят, что учителям на целый купальник зарплаты не хватает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Между прочим, вас это тоже касается. А что, между прочим, у меня купальник был сдельный. Просто я его не надевала 20 лет. Вот его и заживала. Евгения Валерьевна, зачем вы в этом участвовали? Ну как зачем? Во-первых, я завуч. Во-вторых, я комсомолка. А в-третьих, что, у меня нет права на личную жизнь? Есть, но у вас нет права травмировать психику всех остальных. Зато сразу после флешмоба меня позвали быть рекламным лицом одного известного бренда. Вас? Да. Пока это Винницкий мясокомбинат. Но нужно же с чего-то начинать. Мне семью кормить нужно. Скажите мне, пожалуйста, ну почему на фото вы прикрывались лопухом? Если вы забыли, Дмитрий Леонидович, я еще на полставки подрабатываю учителем природоведения. Ну почему вы лопухом только сверху прикрывались? Потому что на полставки. Класс! Зато теперь все дети знают, где у вас север. Вернемся к вам, Яна Викторовна. Напомните мне, пожалуйста, как назывался флешмоб? Сфотографируйся с купальником, поддержи учительницу. А мне кажется, что назывался «Сфотографируйся в купальнике», а не с купальником. Почему на фото вы купальник в руках держите? Боже, как неудобно получилось. Ну, я просто, видимо, неправильно поняла условия этого флешмоба. Неправильно поняли? А теперь отцы наших учеников требуют, чтобы они получали двоечку. Чтобы их вызвали в школу, и они смогли увидеть вашу троечку. Четверку! Ну, честно говоря, там двоечка и то с натяжкой. Ага. По 12-бальной системе. Да. Тихо. Мария Анатольевна. Со мной теперь... что? Вы знаете, если у Яны Викторовны был купальник хотя бы в руках, у вас его вообще не было. Это художественное фото. Угу. А вы могли бы вот делать художественное фото хотя бы в трусах? Это фото единения с природой. Там силуэт на закате, там вообще непонятно, что это я. Серьезно? А почему же вы тогда отключили комментарий к фото? Я, как учительница русского языка, не могу тратить столько времени на исправление элементарных ошибок. Ну как, например, можно написать «я бы вдул» одним словом? И вообще, что это значит? Я могу показать, например. Так, спокойно. Виктория Сергеевна, перейдем к вам. А что я? У меня все фото в купальнике. Да, но где? Бали, Доминикана, Египет. Ну что, мне звонят из министерства и спрашивают, откуда это у простой учительницы деньги на Бали, Доминикану, Египет? А министерство в курсе вообще, что я учительница информатики? И что у меня может быть фотошоп? И что у меня грудь в течение путешествия росла с каждой страной? И что у меня на купальнике было написано «Victoria's Secret»? Причем «Secret» немножечко выходил за границы купальника. Вот именно. Вы учительница, у вас секреты немножечко вылазят. Да что в этом такого? Это солидарность. Все поддержали, и я поддержала. Серьезно? А если завтра какой-нибудь недалекий учитель выложит фото с голой задницей, вы тоже все его поддержите? Что? Я, говорит, извиняюсь. Я по поводу этой фотографии, которая как-то в интернет попала моей... Я с ответственностью заявляю, я не запускал этот флешмоб. И не имею к нему отношения. Так, господин Свисток, физрук. Послушайте, к
вам больше всего вопросов? Я-то чего-то. Как флешмоб назывался? Поддержи учительницу. Я что же учитель? Я понимаю. Но вы знаете, я бы действительно понял, если бы вы сфотографировались, я не знаю, в плавках. Но нафига вы в купальнике сфотографировались? Так это самое, флешмоб как назывался? Поддержи учительницу в купальнике. Ну вот я, собственно, и... Где вы вообще взяли купальник? Ну, у этого, у физика. Воу-воу-воу-воу-воу. Интересно. А где это у нас учитель физики взял купальник для флешмоба? Нигде. Это мой личный. Так. Что? Закройте! Правильно говорить, запахнитесь. Вы запахнитесь, а вы закройте и рот, и плащ. Ладно. Зато у наших учеников появилась тяга к знаниям. Где? Я... На физике? Да. Я в кабинете сделал ремонт. У меня все в красных обоях, в пастельных тонах. Я убрал эти никому не нужные фотографии Ньютона, этого Гей-Люсака или кто там еще у нас есть. И повесил нормальные фотографии. Чьи? Вот Яны Викторовны, Виктории Сергеевны, Марии Анатольевны. Ну, вы знаете, хочу сказать вам огромное спасибо, хоть не повесили фото уборщицы. Кто же ее повесит? Ее немцы повесить не смогли. Не школа, а сборище дебилов. Дети нормальные. Эти учителя-уроды. Этот физрук с русичкой шпилится. Думает, что никто не знает. А эти две курицы. Ни кожа, ни рожа и жопа с кулачок. Сами курицы, а гонору, как у павлина. Этот физик, пискля однояйцевая. А этот директор, говнектор. Полужирный, полулысый, полудурок. Ой, Дмитрий Леонидович, а я вас тут добрым словом поливаю. Так, Евгения Михайловна, сядьте, пожалуйста, сюда. И объясните мне, почему вы участвовали в этом беспределе? Это она фарш из столовой воровала! Я про фото в купальнике. Ой, прости, подруга. Про это я решила поддержать флешмоб. Это сфотографироваться с купальники. Спаси учительницу. Вот. Ага. Мне интересно, где вы взяли купальник? Связала. По поводу флешмоба. Ну да, он спадал у меня. И я просто резинку с варежек взяла. Так у вас же вроде как был сдельный купальник. Ну, как у Бонифация. Так он старый уже. Я им уже год как полы мою. Вот. Ну хорошо, объясните мне, пожалуйста, почему вы единственная, у кого фото было в овале? Ну, во-первых, фотография красивая. Во-вторых, может, уже и не придется мне сфотографироваться больше. Так, я хочу обратиться ко всем. Объясните мне, пожалуйста, ну что, вот что, что мне со всем этим делать, а? Ну, понятно, что. Надо делать настенный календарь. Вот, например, Виктория Сергеевна будет у нас мисс Сентябрь. Яна Викторовна мисс Октябрь. Мария Анатольевна будет у нас мисс Ноябрь. Ну, а Евгения Валерьевна... Я понимаю, что в один месяц я не влезаю. Давайте я буду мисс Летние каникулы. А я мисс Зимние. А почему зимние? Скукоженные. Да. Нет, ну правда, я не понимаю, но в чем прикол этого вашего флешмоба, а? Ну, прикол в том, что мы тоже учителя, и мы тоже хотим ездить на моря, фотографироваться в купальниках. Ну, понятно. Ну, когда он закончится, этот флешмоб уже? Ну, обычно больше недели он не длится. Ну, слава богу. Но, понимаете... Подпи...
подписчики растут, и они просят все больше и больше, больше и больше поддерживать эту учительницу. Да какую учительницу? Ну вот ту, которую уволили. Какую? Только ее уже никто и не помнит. Но новых фотографий становится все больше и больше. Ну прекратите вы нервничать. Мальчики перестали прогуливать уроки. Да. Представляете, папы. Папы стали ходить на родительские собрания. Деньги сдают не только на шторы, но и на купальники. Ну поймите, я нервничаю, потому что мне каждый день звонят из министерства, ржут и спрашивают, а можно ли всех посмотреть? Здравствуйте. Ой, ой. Я из министерства. Да. Товарищ, что это за бардак? Да. Бакханалия. Да. Беспредел. Да. Наша задача формировать гармонично развитую личность. Да. А вы что делаете? Да. Вы дискредитируете школу и директора. Да. Дмитрий Леонидович, вы уволены. Нет. Да. А вы идите сюда все быстро. Быстро сюда идите. Товарищ, мы должны помнить. Мы, учителя, одна, единая семья. И выглядеть мы должны все одинаково. Вот так. Вот просто... Понятно? За мной!